Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Любовь. Сегодня я хочу показать вам фиалочку Ле Энигма. Селекции Либецкой 2017 года. Тоже новиночка. Хочу показать вам две розетки, как они по-разному цветут. Вырастила я эти фиалочки из листочка. И вот сейчас они радуют меня своим цветением. У этой фиалки цветы должны быть белыми. Это белые звезды с гофрированной каймой. Рюша вот эта, она розово-малиновая должна быть. И может быть по краю зеленоватой. Зеленый оттенок обычно появляется при прохладном содержании. И вот смотрите, у этой фиалочки рюша идет розово-малиновая. Цветы махровые. Кстати, не сказала, что цветы у этого сорта могут быть махровые и полумахровые. Здесь вот мы видим более-менее махровые цветочки и розово-малиновая рюша. Вот такие симпатичные цветочки. Один вот этот самый первый, он побольше, а вот эти цветы немножко меньше в размере. Но бывает, что они сначала маленькие, а потом подрастают. А вот у этой розеточки, посмотрите, совсем другие цветы. Некоторые еще бутончики здесь не раскрылись. Здесь уже по краю мы видим как раз зеленый оттенок. Может быть, там, где она у меня стоит, более прохладное место. Обе они стоят у меня на подоконнике северного окна. А рюш, вот такой розоватый оттенок, здесь уже менее выражен. Ждала-ждала я, пока все бутончики распустятся. Но решила все-таки показать сейчас, а позже уже покажу все фиалочки как-нибудь, как они у меня будут цвести. Вот такие две разные фиалочки. Один сорт, а цветут немножко по-разному. И вот у этой фиалочки цветы менее махровые, на мой взгляд. Но фиалочка тоже довольно симпатичная. Особенно вот у этой мне сейчас нравятся цветочки. Когда первая детка у меня этого сорта зацвела, она как-то не произвела на меня впечатление. А сейчас мне нравятся ее цветы. Довольно красивый сорт. Вот такая фиалочка. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Всем всего доброго. С вами была Любовь и мои фиалочки.